Княгиня Елена Стефановна, боярин Гришка Мамогов, боярин Юрка Стерляга, а также многие дьяки и служилые люди, и за единщик их посольский дьяк Федька Курицын, прельстились новгородской ересью и учинили тайный сговор и прямую измену великому княже московскому Иоанну. А хуже того, пошли против христианской веры. За таковые вины и злодеяния все подлежат смерти через порку и отсечение головы. Такова воля великого княже московского Иоанна, сына Василия. Спаси тебя Бог, Отец Великий! Прощайте, люди! Оставь ей жизнь. Нет. Нельзя, чтобы ребенок вырос сиротой. Она повинна в смерти моего сына. Я прошу тебя, пощади ее. Закон для всех един. Да, это так. Но ты великий князь. И ты можешь вершить суд на земле, как Господь Бог вершит суд на небе.